Приветствую тебя, дружище. В Escape from Tarkov стартовал новый ивент. Убрали топовые патроны и претоповые с продажи. Награда за выполнение челленджа K-Stick, 18 тысяч долларов и доступ к элитным патронам в Таркове. Все, что нужно, всего лишь ликвидировать 50 ЧВК и вынести 50 жетонов 25+ с галочкой. На разбор ивента мы делали в другом ролике, но в этом ролике я покажу тебе, как я выполнял данный квест. Приятного тебе просмотра, не забудь нажать кнопку подписаться, уже пора бы добивать на нашем канале 50 тысяч, мне было бы очень приятно. Ну и в нашей телеге расскажу тебе о том, что совсем скоро начнутся предновогодние розыгрыши, так что обязательно залетай в телеграм-канал Amur Game. Не только анонсы видосов и стримов, но и розыгрыши получается. Все, давай, приятного аппетита и погнали! Водка и пивас, КС-23 по ногам и полный расколбас! Побыстрей! Успел! Быстрее, быстрее, быстрее! Разбился. На. На. А вот и Тор приехал. А где типы-то? Со всех сторон душат! Или фотки с котиками, что очень интересные картинки. Че, до конца пытаемся или за сым уйдем на мужика? За сым уйдем на мужика? А больше гранат нет даже. До конца. До конца, фул завод, папе. Привет. Я Саша. Сука! Он получает маслину в лицо. Ай, МРГН-ка долетает до меня. В Стиме стартовала осенняя распродажа. Время, когда Steam снижает цены на игры вплоть до 75%. В распродаже участвует огромное количество игр, в том числе и новинки. Но что делать, если эти игры невозможно купить на свой российский аккаунт? В такие ситуации всегда вручает сервис Купикод. Мало того, что можно купить недоступные в РФ игры, для этого есть целая отдельная категория на сайте. Так они еще и полностью повторяют распродажу Стима. И получается, что ты можешь не просто покупать все новинки игровой индустрии, но и делать это выгодно вместе с Купикодом. На сайте есть раздел «Недоступные в РФ». Тут собраны игры, которые пользователи не смогут найти в магазине Стима, но благодаря Купикоду их можно получить на свой RU аккаунт, и не нужно будет париться о создании нового аккаунта. Также хочу обратить ваше внимание, что цены ниже, чем на любой другой площадке в интернете. А при использовании моего промокода, покупка игры становится выгоднее, чем пополнение через Киви. Ведь комиссия сервиса составляет всего 5%, но помни, действие промокода ограничено. Не нужно никаких паролей и других данных от твоего аккаунта, только ссылка на твой Steam. Библиотека Купикода повторяет полностью библиотеку Стима. При регистрации через ВК и Телеграм ты получаешь 50 бонусных рублей и постоянный кэшбэки, которые можешь использовать в дальнейшем при покупках. Переходим на вкладку «Недоступные игры в РФ» и выбираем интересующую нас игру. Например, захотели перепройти Ведьмака. Отличный вариант, скидка составляет 75%. Вставляем ссылку профиля Steam, справа есть кликабельная кнопка. Далее выскакивает оповещение, где вы подтверждаете свой аккаунт и нажимаете галочку. Далее вводим промокод и нажимаем «Подтвердить». Дальше нажимаем кнопку «Оплатить» и переходим на страницу оплаты. Но дальнейшее действие максимально простое. В друзья к вам добавится бот, его нужно добавить и принять от него подарок. И игра уже на вашем аккаунте. Ну а для любителей подарков Купикод регулярно проводит розыгрыши. Информацию о конкурсе ты всегда можешь найти на главной странице. Сейчас, например, проходит розыгрыш 3 конкурса 12 подарков. Нажимай кнопку «Участвовать», чтобы узнать подробности розыгрыша. Переходи на Купикод и играй во все новинки в Стиме, как и раньше. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. А куда ты? А куда ты со СВТ-хой? Только РГН не кидай. Ой-ой-ой-ой-ой.
Я его еле убил! Жесть, что за терминатор, а? Нет, так, я не хочу докидываться сидеть, пойдем. Давай, омагарабл. Фу, вайп забуда. Это битва титанов! Это битва титанов какая-то, а не завод! Оружие у тебя говно! Ты и сам ты чепуха! Где? Я его даже не увидел сначала. Выходи по-хорошему. Какой хороший день! Какой хороший я! И РПКшечка моя! Ух ты, ё-моё! Я Человек-паук! Я всего тебе 40! Джуджи, брат? А знаешь, почему ты не победил, брат? Потому что я Амур Гейм, и я использую волшебная пыль! Счастье будет нести Enchantix X! Счастье внутри меня! А как он так стрелял вообще? Видел, что у него с руками было? Он как будто ай, сомбреро, ай, макарена! Сейчас день сидит такой, я сейчас притаился. Пацаны, сидим и ждем, когда к нам придут на заводе. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так обрадовался Пилигриму, что не заметил бота. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, справа прыжок, вон он чел сидел, видели? Силуэт был, нога была. Ой. Торы! Вот такой завод я обожаю. А не вот этот завод, который у нас был, ребят, 3 дня назад. А вот в такие, такой завод, я бы каждый день играл. Ой, блядь, еще один. Что? Мне же не показалось, там еще был чел. Ой. Опа. А где он там? Вот этот килл достоин звания быть последним. Вот этот
скилл достоин звания последнего килла. Ну все, друзья, теперь мы просто лутаем жетоны. Ой-ой-ой. Смотри, идут тактика. О, что? Ой, блядь, сейчас забанят. Сейчас забанят. Квесты, делики и так далее. Я его даже не заметил. Ладно, сейчас я откисну с граника, поехали. Или нет, не откисну. Ох, насандяшил ты, лень. Ой! Аф-аф-аф! Мяу! Аф-аф-аф! Мяу! Аф-аф! Раф! 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 Хорош. Куда он смотрел? Hello, бро. Хорошая попытка. Рейды были классные, файтов было много, кринжа, надеюсь, тоже навалил. Ну, все мы люди. Я киборг-убийца.